Итак, мы можем останавливать время когда угодно. То есть не мы, а я, ведь я такой себя весь такой особенный, я вот такой вот квадрат. В общем, мне лень продумывать, как это будет работать. Это остановка времени, это значит, что ты самый быстрый, или ты просто замедлил время, или просто время остановилось. В общем, не хочу ломать себе этим мозг, просто щелчком пальца. Время будет остановлено, потому что я могу. Я у вас в посте спросил, что бы вы делали, если бы могли останавливать время? Давайте экранизируем ваши комментарии. Останавливал бы время. В натуре. Я бы говорил «За ворудо!» Проходил несколько метров и возобновлял поток времени. «За ворудо!» Наконец-то бы поспал больше, чем 2 минуты. Так, ну вроде 2 минуты посмотрел ТикТок, сколько там осталось спать. Ну ладно, еще посмотрю. Ограбил банк, забрал еду из магазов и жил себе. Я бы вставил сюда какой-то дисклеймер, что такого лучше дома не повторять, это запрещено законом. Но, наверное, вы это и так без меня знаете или нет. В смысле? А я остановлюсь, если остановлю время? А вот оно будет двигаться? А воздух? А звук? А я не умру разве? Время становится навсегда для всех? Что ощутят другие? Гравитация будет работать? Вселенная не слопнется? Это можно исправить? Разве пространство не исчезнет без времени? Короче, ну нахрен. С точки зрения науки, если бы это было возможно, то я бы оглох, так как звуковые волны просто перестали двигаться, и никто ничего не услышал бы. И все замерзли и умерли от холода, так как частички все время двигаются, из-за этого мы можем чувствовать тепло. А с точки зрения Бимона, мне пофиг. Тебе лучше не знать. Ну, вы всякое можете надумать, поэтому да, даже представлять не буду. Остановил время и подписался бы на канал, чтобы установить мировой рекорд по подписке. Остановка времени — это читерство, поэтому это не считается. А вот если ты успеешь прямо сейчас за 3 секунды подписаться... 3, 2, 1... Успел? Нифига ты быстрый, да с такой скоростью мы можем 400 тысяч до конца сентября с легкостью набрать. А сможешь ли ты с такой же скоростью кликнуть на это видео? 3, 2, 1... Ну, всем пока!